Я так полагаю, мне надо возвращаться к парнишке, но как? А, там вещь теперь открылась, что ли? Похоже, что да. Я вообще здесь был раньше, нет? Я не знаю. Женщины исчезли. Спасибо им за это. Иначе я бы сейчас так классно облажался. Какая вкуснотища. Вот чем кормят детей в школе. Свету, кстати, не есть в школе, а брать бутерброды с собой из дома. Я абсолютно серьезно сейчас. И ключик мне не надо, спасибо. Пистолетные патроны, которые я не использую, потому что я пацифист. Чертов миротворец. Вспомнить бы еще, как отсюда выйти. А, вспомнил все. Вспомнить все. Давайте снова поиграемся. А, черт, он не исчезает. Ладно, все, побежали отсюда. Это, конечно, прикольно, но не настолько же. Так, нет, я и таким путем не вернусь сюда. Так ведь? Да. Вот это дилемма как... Теперь вопрос, как мне вернуться назад? Бро, как мне вернуться назад? Подскажите, пожалуйста. Мистер, мне тут нужно к мелкому мальчику. Подскажите, пожалуйста, как ему пройти? Я очень надеюсь на вашу помощь и ваше благоразумие, сознательность. Пожалуйста, миссис... мистер, я не знаю. Может, колесо будет сознательней? Сознательней. Мистер Колесо, мы хотим вас расспросить кое о чем. О том, что ваша мать торгует наркотиками. Стойте, мне тут очередное на стене что-то, что похоже на Ларису Долину почему-то. Такой же утконос. Единственное, что он может выделяться, это своим одним хитом. У Ларисы Долины это погода в доме, у утконоса это... Зачем я это сказал? Тут нарисовано то, что тут есть дверь. Смотрите, я прямо здесь стою, перед ней. Но нет, двери нету. Ничего не остается, кроме как идти на второй этаж. Да? Угу. Сюда? Нет, нельзя. Скотобаза, а? Fuck you! Бро? Нет, не сегодня. Я скажу тебе до свидания. По-прежнему не открывается. Окей. А, губка. Губку мне дали, все понял. Я думал, что это такое? Я так, кстати, не посмотрел, думал, что за фигня. Да, а руками-то никак, да? Замораешься.
Зашибись, как это помогло. Просто капец. Пойдем, папи. Папа, торопись. Чарли? Тороплюсь. Я капец как тороплюсь. Видишь, как я Чарли! Я, конечно, понимаю, что... ну, задумка такая, да, это, в принципе, и голым сниматься в каком-нибудь порнографическом фильме можно, если задумка режиссера такая, и это радиоискусство, но все-таки, зачем я столько херней страдал ради того, чтобы видеть один рисунок? Не, ну это, конечно... О, дверь открылась. Спасибо за то, что дверь открылась. What the fuck? У меня еще этот джойстик завибрировал. Это было вдвойне неожиданно. Видимо, девочка-слон там бегает. Обожралась всякой хрени. О, господи, сколько всего зачеркнуто. От кого, кому и имя пациента не разглашается. Новый пациент приехал сегодня, его зовут не указано, и его лет тоже не указано. Такой-то прибыл к нам с большим количеством интересных психологических характеристик. Он показывает... нехорошее поведение. В основном, когда происходит контакт, зрительный контакт, выражение лицевых эмоций или что-то типа того, показывает, не показывает интереса к участвованию в простых социальных играх, предпочитает в основном солитерные мероприятия. Что такое солитерные? Одиночные, наверное, какие-нибудь, да? Хотя содержится... Хотя такой-то обладает адекватными возможностями речи, и он показывает... он отказывается в том, чтобы говорить с другими. Более того, такой-то... использует какой-то странный язык в очень повторяющейся манере. Такой-то пациент имеет persistence. Видимо, с какими-то частями объекта, с какими-то предметами он любит чаще всего взаимодействовать. Дальнейшее изучение необходимо. Может быть, я что-то не то перевел, не так. Забейте. Когда пытаешься... Иногда простые слова забываются, да. Когда переводишь, чтобы мне честно. Папа, папа, заставь их остановиться, он бьет меня. Пусть он остановится, пусть он остановится. Так, шарик, это не круто. Еее, футбол! Еее! Господи, тайна шаурмы продолжается. Это шаурмахил какой-то. Американский флаг, даже здесь они запатриотичили. Даже чехи выкладывают американский флаг в свои игры, вкладывают. Видимо, вот настолько они патриоты. Карту мне. Карту мне, сэр. А, видимо, я таким образом вернусь назад, да? К тому парнишке. Ну, здесь ничего нет, так что... Fuck you! Fuck you, где ты? Ха-ха! Остался без ужина. Ха-ха! Не-не-не-не-не-не! Как хорошо здесь есть... Светлое помещение. О, включить можно. Кто-то рыгает в камеру, ладно. Это, видимо, те мазутные женщины наконец-то
До радио добрались и начали эмансипацию всеобщую. Начали бороться за женские права. Где я был в прошлый раз? Ага, вот я внизу был. Ладно. Так, не в ту сторону. Зашибись. Великолепно. Fuck you. Хватит орать. Хватит воза... Что ты возопила? Не нужно этого делать. Твою мать. Открывай дверь. Закрывай скорее. Все. Женщины глупые, они не знают, как открывать дверь. Тем более мазутные женщины. Fuck you! Не пойду. А, черт. Что опять за спектакль начался? С дергающейся камерой. Вы нашли. Ну да. Черт, не дают разбить. Сволочи! Еще что-то валяется. Так. Дорогие мистер и миссис, цель этого письма сообщить вам, многоуважаемые, последствия о трагической потере вашего сына 2 мая в течение хирургических процедур. Вне зависимости от того, что были приняты лучшие меры по привлечению хирургических лучших хирургов, нам не получилось, ну, грубо говоря, не получилось оживить его. Мы также любезно напоминаю вам то, что хирургические процедуры были всегда легально авторизованы. В соглашении были легально подписаны вами в соглашении, когда ваш сын был впервые привезен в наше учреждение. С сожалением, доктор Хло Зен, такой-то психиатрист. Видим, приемный психиатрист. Психиатрист. Психиатр. Психиатрист. Охренеть. Психиатрист. Что? А, сковородка. Мне бы снова карту, пожалуйста. Holy fuck. Что это за срань господня там рыгает? Я уже чувствую, что это не то... тайна не только шаурмы, но и большой банки кока-колы. Опять эта херня ползет. Женщина, хватит ползти по стене. Она как будто только родилась. Нет. Я сюда сам зайду. Спасибо. Ну и что она стала? Не знаю, ты хоть к стенке отойди там, не знаю. Подожди, может какой-нибудь мужчина придет и тебя полюбит. Мама, мне нужна мама. Скажите, что мне больно, и я хочу домой. Ни хрена, смотрите, двигается кровать. Я не хочу здесь больше оставаться. Я не хочу больше лекарств. У меня от этого живот болит.
От них живот болит. Ну, от этого какая разница? Зайду сюда. И что в них искать? Господи, я не хочу копаться в женщинах. Они даже вдохлые что-то как-то сопротивляются. Что за херня это была? Зачем я это сделал? Любопытство не барокко, большое свинство. Твою мать! Пошли нахер! Пошли нахер! Я хочу выйти. Так, выйти мне не дадут, да? Надо с ней драться. Ну хорошо, я ее без сознания оставлю. Да, на стене было просто подраться и вывести ее из состояния. Из строя вывести. Ну ладно, раз уж я обшарил в три, то я обшарю эту. Сильные вибрации говорят о том, что рядышком есть... какой-то объект. О, это нужно играться с джойстиком. Нихера себе. Куда он там засунул руку свою? Вот вибрации же есть. Он что-то вытащил. Что это? А, третья часть. Но у нее все-таки три, их, а не две. Ключ. Эшес, Эшес, что это такое? Понятно. Соберите три страницы. Удивлен. Удивлен, откроет этот парень теперь мне дверь или нет, блин, что это такое, куда я зашел только что? Мне могли бы какой-нибудь там, не знаю, сейчас поменять пол, пока я там стоял. И я остался бы очень неприятной женщиной. Внутренний мем, что? Заметка всему персоналу, пожалуйста. Имейте в виду, что западная дверь в двор в данный момент закрыта. Невротичный пациент, который ест бумагу, один раз шагнул слишком далеко и проглотил ключ. Как вообще это могло вообще произойти? Почему это происходит так часто? В любом случае, по расписанию, по процедурам, по расписанию, по процедурам, позже на этой неделе, он на расписании, на процедуры на, позже на этой неделе, я планирую, в общем, планирую, чтобы он высрал этот ключ нафиг, чертям. До этого момента, пожалуйста, пожалуйста, будьте готовы к тому, чтобы проходить по больнице для того, чтобы просто совершить какой-то очередной визит в медицинское крыло. Кто-то жрет ключи, молодцы. Видимо, им не хватает металла. Металл! Просто они не слушали такой офигенный офигенный хит, как бетономешалка. Бетономешалка! Мешает бетон! Бригада строителей пьет самогон. Еще что ли? А нет, это просто аптечка. А, ну и дело какое-то. Капец, сколько всего читать. Психологическое
Заключение, видимо, да? После бесчисленного количества попыток утилизировать последние в экспериментальные попытки обсуждений, я чувствую, что пациент... Что-то типа... Ну, в общем, после многих попыток обсудить что-то, я чувствую, что пациент такой-то показывает программу... Показывает не показывает излечительный... Не показывает какого-то прогресса в извлечении. По факту я нашел, что он... вообще регрессирует, и в дальнейшем случае любое лечение или любое изменение его натуры вне зависимости от чистоты и усилий не поможет в излечении его социальной дезориентированности. Ну или как это называется, социальная дисфункция, да? Мои рекомендации — это полностью фронтальная полная фронтальная лоботомия для того, чтобы для скорейших излечений. Для скорейшего излечения. Охренеть. А может сразу выпилить мозг? Какая уж разница? Так, хорошо, мне ключи для чего дали? Видимо, вниз куда-то идти надо, да? Теперь. Ну, скорее всего. Где я? А что здесь? Да-да-да, назад. Я вот думаю, если бы я назад не нажимал, то я бы упал. Вот думаю, да, здесь они тоже так, наверное, сделали. Надеюсь очень, что они додумались это сделать. Я сейчас могу выйти наружу, да? Угу, и вернуться. Но для начала я все обыщу, конечно же, что я зря сюда приходил. Зря от монстров убегал. Мне интересно, что это был за большой хрен, который за мной гонялся? Он был похож на пирамидоголового. Ну или на какого-то палача. Что, даже унитазов нет? Блин, мне даже здесь заняться нечем. Ну, может, аптечку где-нибудь положили? Положили, нет? Mm-mm. Обломись, положили. Если так судить по радио, то где-то рядом рак.